Приветствую любителей активного отдыха в нашем магазине туристического снаряжения Катранган. И в этом видеосюжете я презентую вам нечто эксклюзивное. Это ружье для подводной охоты системы Зелинского с золотыми элементами. Значит, в этом ружье 4 элемента. Это курок, это рог намотки, рог привязки линя и линии сброс выполнены из золота 595 пробы. Всего эти 4 элемента весят 17 грамм золота. Для чего это делается? Задумано это для того, что если вы будете где-нибудь охотиться, не обязательно в Украине, может где-нибудь по миру, и когда вы выйдете на берег и с вами случится какая-то беда, или вообще за границей с вами случится какая-то беда, то у вас благодаря этим золотым элементам вы их сдадите, всегда будет деньги на обратный билет, вы всегда вернетесь домой. Вот это как бы главная идея этого ружья. Ну и вторая идея, конечно, это ружье статусное, это дорогое ружье. Если вы хотите презентовать, сделать кому-то хороший презент или подарить хороший подарок, то это ружье будет как никогда кстати. Стоимость этого ружья $2200. В комплектацию ружья входит само ружье, очень качественный чехол, плотный, катушка, стрела каленая с титановой скользящей втулкой 7-миллиметровая и стрела со скользящей втулкой 8-миллиметровая. Также в комплекте у нас идет линь, наконечник двухлепестковый, металлическая заряжалка и запасной поршень. Уплотнительные кольца на поршень. Теперь о ценах. Как вы знаете, много ружей системы Зелинского есть, производят разные мастера, и цены на них зашквальные. Почему это происходит? Мастер, который выполняет ружье, он один. А как бы желающих купить ружье, именно мастеровое, авторское, статусное, много. И получается, мастер это ружье продает не по большой цене, $450-500. Но очередь к этому мастеру осуществляется трехгодичная, двухгодичная. А хочется сейчас. И поэтому перекупщики, которые купили ружье, набавляют цену, умножают на 1,5, на 2 и так дальше. И получаются космические цены по $1000, по $1200, по $1300 за ружье. Но эта составляющая, которая добавлена на ружье, спекулятивная. Она не подкреплена самим изделием. То есть изделие, сумма изделия — это стоимость материалов плюс работа мастера. Чем мастер больше вытачивает, качественнее, тем цена больше. Но в этих ружьях мастеровых, у которых мастеров большие очереди, половина цены — это спекулятивная цена. И поэтому как бы платить спекулянту не особо есть большой смысл. То есть ружье должно быть в раза два дешевле. В этом ружье спекулятивной цены нет, потому что у нас есть золотые элементы, которые стоят реально много денег. И вы покупаете ружье за его реальные деньги, без спекулятивной составляющей. Но при этом, так как оно дорогое и стоит $2200, вы приобретаете и статус, и запасную подушку в случае, если вы будете охотиться в Таиланде или где-то, вы всегда, повторяюсь, у вас будут всегда деньги вернуться домой. Это ваша страховка. Сейчас ружье есть в размере 500 мм. Также мы можем выполнить ружье в титане, либо 600-ку, 800-ку, любая комплектация, и эти золотые элементы мы на него перенесем. Вот такое ружье. Приходите в наш магазин Катранган, можете его пощупать, подержать в руке, понять, насколько оно кайфовое, и удачных вам охот. До свидания.